Российскую сборную в полном составе отстранят от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Вероятнее всего, спортсмены, которые докажут свою непричастность к допинговому скандалу, смогут выступить, но под нейтральным олимпийским флагом. Британская Daily Mail утверждает, что именно такое решение сегодня примет исполком Международного олимпийского комитета. Таблоид ссылается на собственные источники. По их информации, таким образом, МОК хочет показать, что произошедший скандал допинговый – это атака на весь спорт. МОК также может отстранить Россию от участия и в зимней Олимпиаде, которая состоится в Корее через 2 года. Так утверждает Daily Mail. На этой неделе международный спортивный арбитраж отклонил коллективный иск российских легкоатлетов. Они требовали отменить решение Международной федерации легкой атлетики о недопуске их на Олимпийские игры. Олимпийский комитет России воспринял все это, естественно, с негодованием. В ОКР убеждены, невиновные спортсмены не могут нести персональную ответственность. Сегодня исполком МОК проведет телеконференцию, по итогам которой примет окончательное решение.